сегодня у нас особенный выпуск, потому что мы будем без остановки скупать все в этом магазине, пока не напишет мистер Бист, потому что к нам пришел Егорик. Брат, расскажи мне, какие ближайшие планы в этом году у тебя на YouTube? Выживание, чтобы мистер Бист написал. Короче, я скажу про Изи, как я к ним отношусь. Да. Хватит нас травить, вот так я скажу. 1 700 000. Если под этим видео будет 500 тысяч лайков, я отвечаю, я куплю вот эти штаны. Сейчас поднимемся с тобой, похайкнем тебя чуть-чуть. Почему ты воруешь контент у западных блогеров? Дорогие друзья, всем добрейшего времени суток. Сегодня у нас особенный выпуск, потому что мы будем без остановки скупать все в этом магазине, пока не напишет мистер Бист, потому что к нам пришел Егорик. Привет, брат. Здорово. Мне нравится твой дрип. Почему? Дрип? Да, мне нравится твой дрип полностью на Balenciaga. Почти. Что такое дрип? Дрип — это внешний вид, понимаешь? Лук, есть вещи какие-то. Не, ну вот те, кто так одевается, говорят именно дрип, наверное. Вообще, скажи, вот в модном мире это типа good дрип? Или lame? Или fake? Мне кажется, это точно имеет место быть, это классно, это имеет свой стиль, просто я не всегда так одеваюсь, никогда скорее так не одеваюсь. Ну смотри, я объясню. Вот это мне понравилось. Напишите в комментариях, у кого лучше лучок, у меня чесночок или у его? Конечно, они напишут у тебя, это твои подписчики. Не бро, они меня так, только так и это, дай повод им только. Ну что это, блядь, зашла, ну хорошо, нормально соединит, синие кресты, синие боты, вообще неплохо, да. Окей. Ну смотри, я, короче, объясню, почему я купил вот эти вот джинсы, допустим. Мне понравилось, что они супер дырявые. Задувает. Супер, да, задувает, реально. То есть, как бы вентиляция небольшая, от этого как бы кайф. Вот, футболка, честно, сам не покупал. Мне просто посоветовали ее купить, потому что это типа футболка класс, стилевая. У меня есть вопрос по короткой зип-худи, конечно. Типа не очень смотрится? Мне кажется, наоборот, прикольно, что она короткая, а футболка пи***ц длинная. Меня убедили, что это круто. Я вообще в моде не секу, ты позвал не того человека. Ну скажи, стилист есть. Когда ты сделал вот это с кофтой впервые, ты почувствовал, что что-то не так, как будто чуть-чуть? Ну как будто меня могут в комментариях, но мне обычно на это по***. Рад тебя видеть, брат. Пойдем покажу тебе вообще, что у нас. Погнали, погнали. Нормальный шмот хоть у тебя куплю, а не вот эту хрень. Как началась вообще твоя модная история? У тебя какие первые кроссы или что-нибудь такое? Наверняка ты еще, может, в Минске, когда был, прожил этот момент. Я вообще всегда очень просто относился к обуви. Да. Ну, типа, понятно, что я не хотел паленые покупать вещи. Спасибо. Но хотел всегда, чтобы они были, типа, ну, оригинальные, пусть и не супер дорогие, но оригинальные. Правильно, правильно, нормально. Вот, вот. И, как бы, New Balance в моем обиходе были всегда, типа. Я не позволял себе, типа, там, какие-нибудь изики, потому что я считал, что они не супер стилево выглядят. Давай немножко. Ну, типа, вот, даже с самого старта. Как-то я такой, блядь, ну, что-то прикольно, непонятно. Да, комфорт. Комфортно, как будто, потому что не такие тканевые, типа, но не признавал какие особо. Какие первые кроссовки у тебя были? Вот, кстати, New Balance, походу, были первые кроссовки, такие, которые именно вот я купил в магазине. Накопил. Сейчас у тебя есть какие-то, которые ты таскаешь нибики на постоянно? Нет. Может быть, тогда вот как раз момент этой жизни случился. Смотри, дистресс, по твой дистресс стилек, чуть-чуть можно вот как раз. Покажи-ка. Нормально заходят такие нибики всегда под... А ты ориентировался, потому что они такие вот типа рваные чуть-чуть? Чуть-чуть, да-да-да. Ну и это New Balance, с которых, в принципе, такая началась история. Ну смотри, вот как говорится, баленок лук, Balenciaga ботинки, конечно, выглядят поприкольнее. Но... Блять, вот, конечно, у них... Вот, сука, ну вот, ну вот поролон. Проблема. Подшить? Нет, не вариант. Да-да, джинсы же тоже... Ну ладно, да, сука, это было просто такая заготовленная... Конечно. Как бы, ну, неплохие кроссовки. Ну оставим. Но мне не... Знаешь, что не нравится? Так. Мне нравится вот эта зеленая штука. Не люблю супер яркую обувь. Люблю что-то такое сдержанное, цвета. Белый, серый, черный, типа. Понимаем. Так, на этом концерте я уже был, и на этом тоже был, и на этом тоже был. Блин, вообще ни одного классного концерта. Так, стоп, а это что такое? Ну-ка. Алло, да-да-да. Здорово, слушай, видел, я тебе скинул про концерт? Угу. Да, прикинь, и причем выступает на моей любимой площадке. Да-да, я давно хотел сходить, уверен, мы отлично оторвемся и круто проведем время. А, что ты не сможешь, да? А в другую дату, может, перенесешь? Ну окей, ладно, если вдруг что-то в планах поменяется, ты звони. Угу, давай.
Блин, точняк, у меня же есть приложение ВК знакомства. Спорим, что я наверняка смогу найти себе компанию на концерт через него. В приложении огромное количество интересных анкет, а умные алгоритмы подбирают тех, с кем у вас лучше всего совпадают увлечения и взгляды на жизнь. Но больше всего мне нравится раздел подборки. В этом разделе множество анкет, объединенных по интересам. Например, пользователи, которые любят спорт, ценят искусство или, например, ищут вторую половинку. И даже подборка рядом с вами. В ней собраны пользователи, которые находятся поблизости. Думаю, мне подойдет подборка «Любит тусовки». Окей, вот, это то, что нужно. Слушает тех же исполнителей, что и я, и любит путешествия. Свайп. Вот кому я предложу пойти со мной на концерт. О, вы еще здесь? Скорее скачивайте приложение ВК знакомства по ссылке в описании. Тогда вы получите премиальную подписку бесплатно на 7 дней. Так найти свой идеальный матч будет намного легче. А я пойду-ка собирать вещи на концерт. Яна говорит там из кассы: Егор, цепани мне пару нью-балансов. Какого хера ты про меня забыл? Вот Яна точно нью-балансы носить. А, это вообще супер вопрос. Давай. Короче, ко мне приехал младший брат. Так. Так вышло, что мой младший брат, хоть он и младший, на 4 головы выше меня, очень здоровый, и у него 49 размер ноги. Просто аномалия. Я хуй что это. Но вот 49 размер ноги, я сегодня ездил по городу, искал ему крутые классные кроссовки, я вообще не нашел. Это true story. А US если... какой? US что это? Размер другого типа? Да. Хорош. Я не знаю, как объяснить. Ну, что-то там с 30 сантиметров. Это 12, ну, 12,5, но это не 49-й. Это 47-й, да? Типа 47-48. 30 сантиметров, это где-то 46,5-47. Есть у тебя? Да, конечно. Реально тут в магазине? 30 сантиметров есть. 31 сантиметр надо посмотреть будет. Но, по-моему, тоже найдем. Прям тут в магазине? Да. А есть какие варианты? Смотри, у брата есть любые кроссы с собой, чтобы он бирку сфоткал. Да. Все, давай. Яна, можешь написать, пожалуйста? У тебя нету Ептас, у меня 1%. Сейчас, секунду. Просто это реально важно. Я охренел, что у тебя есть. Это ж круто, я ж куплю сразу. Ты много сегодня чего купишь сразу? Ваня, а сфоткай... Кстати, я хочу внести дисклеймер. Я не навязываю людям товары. Не пишите в комментариях, что я впариваю людям товары. Я голый пришел, мне пришлось это купить. Да. Ваня, скинь, пожалуйста, фотку бирки своих кроссовок, в которых ты ходишь. Какая самая первая дорогая вещь, которую ты помнишь, которую ты приобрел? Ну, надо сейчас вспомнить. Компьютер. Вещь носибельная. Ладно, сейчас подумаю. Остановись. Может быть, наверное, футболка Гуччи. Когда-то я считал, что Гуччи — это круто. Все так считают. Это пиздец, как типа роскошно. Я считал, что реально Гуччи — это что-то такое. Ты в Минске купил Гуччи первый? Нет. Я поехал в Минске, невозможно там ничего купить. Там нет такого, там только если заказывать. Это чуть сложно было. Поэтому я скатался в Москву, зашел в ЦУМ, и первое, на что я наткнулся, — на Гуччи. И, наверное, потому что там, когда на Next поднимаешься, сразу Гуччи. Ну вот, я зашел, подумал, ну футболочку надо. И знаешь, какая она была? Там, где вот Гуччи, по-моему, вот так вверх, как пульс. Mm-hmm. Вот эту тему. Вот такая у меня была, да. Бомба. Тогда мне казалось, я, ну, просто лучший модник этого города. Скажи мне, ты с музыкой вообще насколько дружишь? Вот мой трек. Вот так надо пиарить, быстро как бы. Ну, не думая. Хорош. А у тебя один трек, что ты? Ну, нет, у меня несколько треков. Окей. Короче, у меня есть пара тречков, которые я просто для себя выпускал. Для меня это хобби. Но есть один, который миллион прослушиваний набрал. Прикинь? Какой? Шот называется. Шот. Прикольно. Я его с запада. Everybody вот это, да? Не, ну зашло. Про Трэвиса ты слышал, знаешь? Конечно. У тебя есть какая-нибудь пара? К сожалению. Хотел бы ты, возможно, одни себе взять? Потому что, ну, это квинтэссенция человека, который делал классный там стилевый хип-хоп. Слушаешь самого вообще какие-то? Конечно, да. Parking Lot вышел раньше. Вот пару дней назад. Что за трек? Вот самый новый. Не слышал, но я вышел раньше. Вышел с битмарем, который Кендрику делал дис. Собирал. Который на Дрейка дис? Да. И там вот какое-то у них общение, понимаешь? Прикольно. Да. Прикольно. А у нас, если что, друзья, есть телеграм-канал 12, называется, вот QR-код, там все новости о хип-хопе. Как надо интеграцию делать. Да, охрененно, клево. Заходите и, конечно же, подписывайтесь. Смотри, тема такая, я не особо шарю за Трэвисов. Давай. Но вот эти, по-моему, самые дорогие. Или если я не ошибаюсь? Не особо, не. Из вот этой серии? Нет, что вот здесь самые есть? Дорогие. А, вот эти? Да, полмиллиона где-то.
Вот эти самые дорогие. Можешь там так да, смонтировать? Да, да, конечно, конечно. Ну, да. Чтобы вообще лохом будет, красиво, будет черно-белый экран. Вот это все как ты делаешь. Ну, так, пластика просто. Ну, короче, мне нравятся, знаешь, какие нетипичные. Вот эти мне нрав. Вообще, вот неплохо выглядит, правда. Но не то, чтобы прям купил бы сейчас. Вот это на повседневочку вообще хорошо смотрится. Ну, вот это, кстати, считается достаточно редкой парой трусов. Да. Ну, и синие одни из самых редких низких. Кстати, удивительно, здесь яркий цвет присутствует, но почему-то мне нравится. Да, мне бы нормально тоже. Да, 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 да. Купи мне. Ты делаешь, куплю. Сколько они стоят? Где-то 250. 250 тысяч рублей? Ты можешь сделать сплит. 250 тысяч рублей стоит кроссовка? Ты как Оксимирон сказал. 250 тысяч рублей? Вот так? 241 900, брат. А, ну тогда уже по-божески, в принципе. Не так уж и много. Можно приобрести. Блин, прикольно. Это еще серийный код фрагмент, какой-то? Это фрагмент дизайн. Это дополнительный японский дизайнер, который поучаствовал в этой коллаборации вместе с Трэвисом и Найками и тем самым сделал эту пару сильно дороже. Вот у него такой логотип фрагмент дизайна. Я его набил, потому что тип много сделал для культуры. Прям очень много для дизайна, для моды, для того, как его воспринимают на сегодняшний день. Блин, вот, прикольно. Ну вот смотри, вот эти, вот на самом деле, это... кажется немного странно, вот да. Металлическая посылка. Это одни из первых Трэвисов. Но мне нравится. Это 17 или 18 год. А сколько вот они стоят? Монеточку. Что, на память не помнишь? Нет. Еще не тот взял, представляешь? Это будет долго. Прикольно. Ну, если честно, мне... О, тут еще, посмотрите, такая мягкая хрень. 383. Ну, в принципе, и запоминать не надо было. Цену, как бы, вряд ли кто-то будет спрашивать. Уэллс Борнер, видел вообще у всех вот такая история сейчас идет с этим язычком Adidas? Ян, ты наверняка видел. Это отсылка к прошлому? Хотела себе, думала об этом, когда видел. Отсылка к прошлому? Они этот язычок вытащили как раньше, типа? Типа того. Потому что когда-то Adidas изобрели бутсы и первые добавили в бутсы шипы металлические. И из-за этого прославили свою компанию. Все циклично в этом мире, мода в том числе, ты прав. А, типа, бутсы были уже изобретены до Adidas? А, ты про то, что язычок? Да, да, да. А то, что они изобрели шипы Adidas, ты знал? Не уверен. Они благодаря шипам пропиарились. Ну, благодаря шипам стали очень популярны. Знаешь имя, как звали создателя бренда Adidas? Нет. Адольф. Я знаю, что он немец, да. Но Адольф. Я не знал имя, не помню. Знаешь? Круто, круто. Хоть что-то я помню из истории моды. Так, чтобы мне такого посмотреть. О, нашел. Друзья, я знаю, как же иногда хочется найти идеальный фильм, сериал или шоу, но в итоге это становится настоящим испытанием. Зато в отдельном приложении ВК-видео все удобно и быстро. Моментальная загрузка и разнообразие роликов для каждого из вас. Просто включите приложение и наслаждайтесь контентом на любом устройстве. Смартфоне, планшете или смарт-ТВ. Приложение ВК-видео — это бесплатная платформа с огромным выбором. Блоги, фильмы, сериалы, мультфильмы, аниме, спортивные матчи и даже эксклюзивное шоу. Все собрано в одном месте и доступно на любом устройстве, а главное, абсолютно бесплатно. Особенно удобно, что в приложении ВК-видео есть функция «Окно в окне». Можно одновременно заниматься своими делами и смотреть любимое шоу. А если у вас нет интернета, можно просто скачать видео и наслаждаться им в дороге. Приложение ВК-видео — это удобный способ смотреть качественный контент и без лишних хлопот. Скачивайте его по ссылке в описании и наслаждайтесь контентом на любом устройстве абсолютно бесплатно. А еще у меня для вас есть очень хорошие новости. Теперь вы можете смотреть все мои ролики раньше на ВК-видео. Уже вышел новый, нереально крутой выпуск Treasure Hunt с Тимати. Подписывайтесь на мое сообщество в ВК-видео, нажимайте на колокольчик и смотрите все выпуски первыми. Ладно, на самом деле язычок странно, потому что немного меня отсылает к моему детству, к футболу. И что это такое на спортивном прям? А вот фигурки коллекционные, как Кавс. Ну это, наверное, вообще ты не понимаешь прикола. Что какое-то величие, это хуй. Не понимаю. Часы тебе нравятся? Часы, да, вот, есть. Котлы. Дешевые, блядь. Я отвечаю, дешевые часы. Так, но это... выглядит как круто. Да. Посмотри. Они такой цвет у них вот вообще. А часы как инвестицию вообще рассматриваешь, берешь что-то? Как инвестицию? Типа да. Купил, потом да, продал да, дороже? Дороже, да, да, да. Никогда даже об этом не думал, честно тебе сказать. Я не думал, что часы вот так можно купить, на вид выставить. Набирай все, что, брат, вообще неинтересно. Всякое можно делать. С фигурками примерно такая же история. То есть ты всегда можешь, если ты правильную фигурку цепанул вовремя, ты можешь всегда ее потом принести на комиссию в какой-то магазин и реализовать. А, у нас есть клиенты, например, которые давно-давно покупали медведи, к нам принесли их, и они сейчас дороже стоят. Прикол. Я думал всегда, что эта штука чисто для декора, поставил и забыл. Но это можно... Минус точно не уйдешь. То есть нет такого, что они прям драматически падают как-то. Особенно вот эти фигурки. Там художник старается, много всякой движухи идет. Четверки, как тебе силуэт такой? Ой, вот это вообще
вообще не нравится. Вообще что-то не нравится. Это гипер... Возможно, вансики, потому что это еще пограничное что-то для классика, тебя. Классика. Классика. Скейтеров как будто. Я был раньше еще и скейтер. Но вот это куда мне одеть? Ну, так. Как бы мне не 12. Да. Но вот это классика, нормально. Нормально. Они что-то такие широкие. Ба, сколько нужно... они стоят? Вот, бро, 19 990. 19 тысяч? Закидываем в корзину. Куда кидать? Испугались. Не, ну не надо. Мы готовы. Вансики забираем. Ты можешь кинуть, чтобы ты понимал, у нас все продавцы проходят профессиональный курс ловца. То есть ты можешь им вот так из-за ноги хоть бросать, они всегда поймут. Кидай, я кину тебя. Это как кошка, которая всегда на лапу. Я не прошел. Держи. Опа! Словила реально. Расскажи мне, как родилась прекрасная идея шоу вообще? Шоу 50 хейтеров? Да. Слушай, я сидел в Минске, и когда-то давно очень, и понимал, блин, у меня 6 миллионов подписчиков. Да. Но почему про меня вообще никто не знает? Я просто потому что у тебя нет хейтеров? Потому что у меня не было медийки. То есть обо мне никто не знал. Не было какого-то громкого проекта, который бы обсуждали. Были только хорошие видео для своей аудитории, и все. И не было обсуждения. Типа, и вот я задумался, что можно такое создать, чтобы ну, вызвало бы какой-то бум новостной. Да, да, знаем такое. Вот. Ну вот, и короче, да, и я что-то сижу, уже потом переехал в Москву, все никак придумывать, ну, не получалось придумывать. И что-то сижу, говорю, Санек, а давай посмотрим, что раньше на телеке было. И там было такое шоу «13 злобных зрителей». По-моему, на MTV. Uh-huh. И я думаю, блин, а прикольно, если на современный лад, это типа хейтеров, давайте добавим больше, 50, пускай сидят и типа жестко душат, а ты должен как-то грамотно отвечать им. Если получается, ты true, крутой блогер. И получается тоже. Я решил попробовать уникальный достаточно формат и думал долго, как можно заинтересовать тебя и что можно сделать прикольного. Uh-huh. И вот мы решили вдохновиться именно шоу MTV, 13 злобных зрителей, и собрали 8 человек, которые будут сейчас тебе такие ненавистные вопросы задавать. Вот. Да, если что, выпуск в 22-м году снимался, поэтому если у Егорика вдруг появится чё? Шоу после, то... А где мы это снимем? А? Где мы это снимем? Наверху. Сейчас поднимемся с тобой, похейтим тебя чуть-чуть и продолжим покупать. А брат, будет... ты взял за полпути самого важного, ты взял только вансы. Как тебя не похейтить сейчас? Я просто пацан, а что мне вот эти вот Трэвиса Скотта брать? Человек говорит, вот человек стоит, говорит вот этих калошах балансиажных огромных. Я взял их в аренду на 20 лет. Это я тебе их продал, брат. Ладно, что, куда мы кстати. Идем? Уникально для балансиаги, да, да. Смог ли ты разгадать парадокс того, что у тебя 11 миллионов подписчиков, но ты при этом остаешься неинтересным в медиапространстве? Почему ты с Кридом разошелся? Чем больше ты настоящий, тем лучше. По факту вы ни разу не выжили. Слабо получается? Да, ну это типа реальность. Ну что, вот мы здесь, представляешь, очутились абсолютно случайным образом. Оп, и мы уже здесь, да. Вот, сейчас мы будем задавать тебе вопросы, пока мистер Бис не скажет нам остановиться. Давайте, поехали. Причем без телефона, просто я готов, я готов, хорошо. Я 5 тысяч плачу, если не отвечаю на вопрос, да? Да, все верно. Хорошо. Я первая. Давай. Почему ты с Кридом разошелся? Он тебя не выдержал, как и Влад А4? Ну да, я тяжелый человек, видимо. Прикинь, какая. Да, ну хороший, кстати, вопросик. Ну, во-первых, никто. Мы не встречались, чтобы расходиться, да, так прям. А что на мне в глаза смотришь? Неловко, если честно, стало писком. Ой, тут реально вопросы такие жесткие. Ладно, смотри. Ну, Крид просто очень деловой человек. Общаемся просто в Телеграме. Мы не то чтобы супер друзья были, просто как бы. Если встретимся, в любом случае поздравимся, там, спросим, как дела и так далее. То есть наше общение на этом уровне и как бы остается. Ну, не как с Владом, да? Не как с Владом, да, там как бы все посерьезнее. Почему ты воруешь контент у западных блогеров? Самому тяжело придумать? Ну, то... Честно, тяжело. Я вот, брат, шопинг. Тяжело, а ты нахуй. Хочешь, что шопинг никогда раньше не существовал на Ютубе? Я первый, кто это придумал. Неплохо. Но я скажу, что очень комплекс сложно. Комплекс Сникерс нет такого канала вообще. Это типа баг на карте. Он выдает просто какие-то картинки. Да блин, на самом деле столько же в мире вообще шоу, которые стырены на Запада. Это вообще типа их огромное количество. Ну короче, типа да, сложно. Если есть что ну типа взять с Запада, то почему бы не взять просто и все. Типа я так размышляю. Я думаю, даже не только с Запада. Есть еще и азиатский рынок, Корея. Очень много там трендов происходит. Откуда. Ну тоже вот вопрос, смотрите. Давай. 13 злобных зрителей. Там да. Даже не душили так сильно, как, например, в 50 хейтеров. Это, да. То есть, по факту, переработанная идея. Ее же можно уже считать как новой. Можно. Она, да, вдохновлялась чем-то старым, но и как бы она совершенно по-новому выглядит.
Как и 8 злобных зрителей на втором этаже магазина. Да. Твои треки. Каждый блогер, наверное, видит себя музыкантом, и ты туда же полез. Тебе не кажется, что это не твое? А вот наоборот, кстати. Мне столько раз вот коллеги с Ютуба, ребята, с которыми мы снимали, все время говорят: чел, пиши музло, тебе очень сильно получается. Говорит: да нет, это для себя. Я это чисто по фану делаю. Но я на самом деле реально это по фану делаю. Для меня это релаксация. Если я там устал, я пойду на студию, попишу. Мне это помогает, то есть как хобби. То, что я загружаю, ну да, загружаю. Типа, что, а вдруг стрельнет. Типа, я к этому очень просто отношусь. С кем ты фит мечтаешь делать? Мечтаю, блин, не знаю. Наверное, если бы с Ладой Бумагой записали, это было бы очень... Это было бы очень круто. Это очень вообще круто. Интернет бы взорвался. А новый канал «Феномен» тоже решили немножечко у топлеса и... Подзаработать деньжат. Ну, видал вопрос? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Клево, что канал «Феномен» тоже вот сейчас как бы пропиарился. Феноменально. Феноменально, реально. Вот, но типа он был сделан для того... чтобы моим монтажерам было что монтировать в свободное время. Отлично. Ну, то есть, ну просто чтобы была работа какая-то происходила, чтобы, типа, не сидели на месте, правда. Типа, ну и плюс я понял, что есть дыра определенная на Ютубе. Вот есть Топлес, Утопия и ребята, которые делают такой контент, но они его делают так долго. Ну, наверное, это немножко их это... работы завалило. Они ошибки делают же в роликах. А, большие. Да? Ну, может быть. У нас эксперт попался. Ну, короче, да. Можно вопрос про Марианскую впадину поподробнее можно сделать? Там, же, знаешь, есть змей-дракон, когда они спускались, говорят, что видели. Мне тебе расстояние рассказать от, типа, глубины? Ну, там какие твари плавают, вот какие у них секреты, что не подавление. Рыба-черт. Да. Рыба-черт. У него фонарь на голове. А это не рыба-черт, это... Рыба-черт, так называется. Да. Окей. Представляешь, что у него фонарь? Ну, это в голове. Это как вообще это природа? Это что за хуйня? Очень круто. А ты подумай, радио, как оно работает? Ну как работает радио, чел? Ну, я все понимаю, ты мне начнешь с точки зрения физики объяснять, ну какого хуя на расстоянии музыка? Ладно, не будем об этом. Но это если углубиться... Apple Vision ты не пробовал, да? Да пробовал, не, я понимаю это, например. Но глобально, если задуматься, 40 тонн самолет. Как? Он может летать. Меня больше удивляет рыба с лампочкой на голове. Короче, как она посмотрела, что люди создали лампочку и вхуячила себе в голову? Да. Вот что я конечно, не серьезно сейчас, я просто бы разгонял, что вот для стендапа отличные темы. Ну, согласен. Типа, как 40 тонн может летать? Ладно, окей. Летим дальше. Кто хочет 5 тысяч? Смог ли ты разгадать парадокс того, что у тебя 11 миллионов подписчиков, но ты при этом остаешься неинтересным в медиапространстве? Блин, ну работа над этим просто. Типа, ну вот я знаю, что понял пока на данный момент, как минимум, что нужно вот быть вот именно таким, какой ты есть реально на 100%. Это правда. И чем больше ты настоящий, тем лучше. Реально, люди тогда начинают притягиваться, они реально находят что-то интересное в тебе. Хотя я всегда старался, наоборот, свою настоящую личность, типа... Ну, ты прикольно трушно рассуждаешь. Мне очень нравится, типа, ход мысли. Ты вообще классно на жизнь смотришь. Ты как, типа, понял? Как ты вообще от тебя по***ки не ждешь никакой. Вряд ли я тебя жду, что ты что-то ради просмотра или контента делаешь. Я вот вижу, что ты живешь тем, чем ты живешь, и ты это диктуешь обычно. Типа, что это обычно. Дебильное такое. Как вот Илюха Exile, то есть мне очень нравится. У него такой же вайб. В видеоролике Егорик против 50 хейтеров тебе не раз говорили, что твой стиль так себе, и мерч у тебя тоже не очень. Ты пришел сюда со стилистом, чтобы решить эту проблему? Да, я просто понял, что я реально не секу в моде. Ну и тем более я прихожу к Никите, где у него все повязано на моде, и поэтому, ну, было бы тупо, если бы я пришел просто в трениках, наверное, меня бы его аудитория как минимум не поняла. Поэтому я, правда, подготовился. Повседневная одежда моя — это худи, какие-то, ну, удобные кроссовки, которые у меня есть. Знаешь, вот еще чуть-чуть вот этим дрессиком, еще чуть-чуть, да, и уже... Не-не-не-не, ну, короче, да, повседневная одежда у меня обычная, но если я иду к Никите, то я точно оденусь. Вот сколько раз мы встречались с человеком, просто типа увидеться, ни разу не видел, что ты имеешь в виду повседневной одежде. Ну, у меня была рубашка. Подожди, у меня была рубашка, когда мы стоим. Просто рубашка. Ну, типа, просто рубашка, и у меня были, по-моему, штаны какие-то. Типа брюки, по-моему. Брюки и бонфеги. Все равно на ногах такие вот какие-то. Ну, опять же, я с тобой вижусь, понимаешь? С тобой. Вдруг ты скажешь, что за хуйня тебе одета? Чел, ты, может, оделся бы нормально? Тем более, мы не с тобой... А я всегда говорю, как Оксимирон. Да, блядь. Давайте дальше. Твои видео с выживанием, по факту, вы ни разу не выжили. Слабо получается? Да, ну это типа реальность. Ну мы ни разу, у нас не получилось добиться цели. Я все понимаю. Да, конечно, мы могли сделать хэппи-энд, но это вот такая простая пацанская true stories, где пацаны живут, ставят цель, у них не получается. Но как круто будет, и когда получится. Прикинь,
с точки зрения даже вот реальной драматургии, вот типа с точки зрения всего на канале, типа все мои подписчики знают, ну что да. У нас раз, два, три, и тут четвертый, и Бист реально звонит по скайпу. С вами, да ты за***л, я ты домой, черт! А если ты не выживешь, прикинь, сколько лайков наберешь? Ну да. Может, оно того стоит? Да нет. Да нет, конечно, ты че? Никакие лайки не стоят, не стоит этого. С другой стороны, смотри, если снять, если до съемок продать 7-8 годовых контрактов, можно полностью там семью свою обеспечить. Надо, главное, ребенку успеть сделать. Можно уходить в закат, ему канал оставлять. Да, блин. И он просто с 2 лет начинает. Так, получается, 5000 я никому не даю. Отвечал честно, искренне. Руку на сердце положил. Надеюсь, было интересно. У тебя тоже есть вопрос? Давай, давай, летим. Говорят, ты записываешь по 1 треку в год. Не слишком ли часто? Я записал уже где-то треков 10, просто они в Телеграме у меня висят вавкой. Типа, ну вот, да, кстати, скоро мой трек новый выйдет 28 числа. Месяца? Месяца этого. Июня? Июня. У тебя вышел 28 июня трек как раз, вот очень круто получилось. Точно. Ой, спасибо большое, ребят, это волшебно, это очень круто получилось, прям не зажато, классно, вы молодцы, спасибо. Спасибо, ребят, спасибо огромное. Нормально, брат? Да, клево, все комфортно. Все супер. Теперь это главное у Влада спросить. Брат, спасибо большое, что вытерпел этот невыносимый натиск вопросов и держался как настоящий тигр. Было сложно очень, было нереально сложно. Вот внутри меня переполняли чувства. Я представляю, что такое сидеть там, на этом шоу. Mm-hmm. Типа, наверное, всем очень волнительно. 13 злобных зрителей, ты про это? Да. Я понял, да. Потому на хейтерах легко. Ладно, что, Air? Nike Off-White. Off-White бренд, как, ты застал в своей жизни? Видел конечно, ты? Off-White. И в Москве уже видел Off-White, это же, все это со же стрелками. Это же вот эти худи, где квадраты с такими углами. Да. Всегда а ты знаешь, что этот логотип? Это логотип аэропорта. Просто взял этот логотип, это его основной как бы логотип. Он взял его с Глазго аэропорта, по-моему. Вот тут появится сейчас фотка. Прям вот эта стрела один в один. Он вдохновился прикольно. И использовал это как свой основной стиль. То есть, по факту, весь бренд Off-White — это идея в том, что он повторяет что-то, что уже было, и наносит это туда, где этого еще не было. Nike Air — это примерно то же самое, потому что, ну, по факту, что сделал Virgil? Он добавил цвета, он добавил надпись Air в кавычках, потому что Off-White часто писали все в кавычках, это было его такой фирменный стиль. Да. Вообще на очень многих маркетинговых курсах там или каких-то университетах, связанных с модой и так далее, разбирают полностью Off-White как кейс, потому что по факту это как учебник по тому, как сделать модный прикольный бренд. Ничего практически не дело не то чтобы уникального, а собирая все уникальным образом. И вот, наверное, Nike Off-White — это именно про сборку каких-то выдающихся событий, цветов, изделий Nike в единое целое. Поэтому тут, например, как будто пришита галочка, также написан этот Air поролон наружу специально, чтобы люди это видели. И его знаменитая бирка, которая стала неотъемлемым атрибутом. Многие Off-White, например, я все ношу до сих пор с ней, как дань уважения ему. Но это такая культовая история, и она по факту во многом сделала культуру такой большой, какая она есть. Не только сникер, а моду в целом. Louis Vuitton как изменился, потому что Nike Louis Vuitton в свое время, ну, очень сильно повлияли на игру. У нас есть одна пара вон красных. Блин, да, прикольно. Я не думал, что на самом деле они настолько величина. Я почему-то думал, что Off-White, ну, это типа, ну, типа чуть выше Zara. У меня почему-то, знаешь, в голове такой вот... Да есть, ладно. У меня в голове почему-то есть такие вот, типа, Off-White как уровни. Как Amiri, брат. Знаешь? Нет. О мире не знаешь, брат? Но Off-White, ну, Off-White чуть-чуть ниже Balenciaga, на пол головы ниже Balenciaga. Да, на пол головы всего. Ты меня сейчас вообще открыл мир, я не думал об этом. Я просто, выше Бальмана, честно, никогда Off-White не покупал. Хотя мне вот импонировало зайти посмотреть, что там есть. Я что-то мерил, но как-то вот, вот ни туда, ни сюда. Off-White и Moncler, наверное, на одном уровне плюс-минус. Balenciaga как будто чуть-чуть более премиально старается себя позиционировать, чем Moncler. Moncler чуть больше все-таки в массе. И вот Off-White и Moncler, и Stonehenge, возможно, вот я бы, наверное, по величине брендов поставил бы так. Заинтересовал ли мой душевный, глубокий от всей души рассказ на приобретение какой-либо модели Nike Off-White? Возможность в коллекцию. Конкретно эти модели нет. Нет. Слишком они яркие. Слишком, да? Ну вот. Ты все-таки черных... на наркухе больше сейчас двигаешься, да? Мне, да? В черных просто как-то вот не нравится подошва. Нурлан, кстати, купил такие. Подошва. Может, понравились на выпуске, вот помню. Ну, у Нурлана он такой по спорту немного парень как будто. Ну, он вообще, он боксирует. Ну да, ну и по стильку. И по стильку тоже бодрый. Ну, короче, ну вот мне очень нравятся вот эти. Да. Но мне кажется, они как дорого стоят. Это факт. Это сколько? 500 тысяч? Нет. Но... 340? 40. 300 тысяч?
300? Да. Давай. Сделай это. Нет. Ну, короче, здесь, наверное, вот голубые бы купил, если бы они не были такие дорогие. Все-таки не готов я за них отдавать такую котлету. Не готов я за них отдавать такую котлету. Тогда пойдем посмотрим дальше на это. Погнали. Ну, это... Это лейм? Это, блядь, уже вообще... Я даже знаю, почему они слишком лейм сейчас, мне кажется. Tell me. На мой взгляд. Tell me. Сейчас же снимут. Готовы? Синхронно было. Короче, я скажу про Изи, как я к ним отношусь. Да. Слишком концептуально было когда-то, что сейчас это уже типа... Ты знаешь, что бренд прекратил свое существование? Да, это я знаю. Угу. Правильно сделал, что мы будем... Хватит, типа, травить. Это не камера. Хватит нас травить, вот так я скажу. Угу. Это же, типа, ну это же too much. Это... Но в защиту и добавлю пару баллов этому бренду, вот этим моделям, тем, что они, ну, нереально удобные. Это правда. Очень удобны, типа, нереально. Самые удобные кроссовки, которые я делал. Но, к сожалению, внешний вид. Пропускаем. Как, что с Kanye West у тебя в душе? Обожаю. Новый альбом. А носки его вот эти новые пробовал? Которые новые обувь, носки? Вообще вот эти, не знаю, что. По $20, которые, как наушники, которые, да? Яныч, ты шаришь? Вообще. А покажи, есть фотки? Да. Вот, брат. О, охренеть. Охуеть, какие они клевые. Прикинь. Ладно, посмотри дома. И по музыке в целом респектуха ему, да? По-любому. На тему музыка гений. Что насчет их движа с Гошей? Веришь, не веришь? Верю. Видел черные псы и вот это все? Вот. Я знаю, что верю, что Kanye West чувствует невероятно моду, музыку и так далее. Это человек, который очень сильно чувствует. Будет клево, стопудово они сделают что-то мощное. Стопудово они сделают что-то мощное, я согласен, да. И я очень надеюсь, что это будет курсировать все-таки под нашим отечественным флагом, понимаешь? Что это как бы наш продукт. Это будет очень круто. Наш мне кажется, он это сделает, потому что это будет обсуждаемо. Это невероятно. 100%. Поэтому, Каноэ, мы в тебя верим. Не зря я последовал за тобой, когда ты начал Изи, я последую за тобой и сейчас вместе с Рубчинским. Гошану. А первые кроссовки, которые ты начинал продавать, это были они? Да, это были, ну, типа вот таких черные изи, да, да, да. Первые, которые я нормально, которые заработал. И которые я выиграл, были высокие, 750, им тоже изи. Короче, с Kanye West точно я начал, с его руки, с его... А это был у тебя какой-то сайтик, да, где ты сидел, чисто онлайн? Нет, это было в Инстаграме Adidas Originals, у них был Инстаграм, ты делал репост их фотки, участвовал в конкурсе, писал имя, фамилия, отчество, свой размер и репостил это в пост в Инстаграме. Я выиграл одну пару. Мне написали они в директ, типа, ты выиграл, приезжай на Цветной бульвар. Прикольно. Туда же, где вот на то же место, где у нас сейчас магазин в Цветном находится, я приехал в универмаг Цветной и забрал свою пару, и внизу ее в касание перепродал там плюс 45 или плюс 90 тысяч по 45 с другом. И понял, что... Нормально продал. Хорошо, ну, короче, изи мы пропускаем просто, но даже шлепки пропускаем, даже уже они... Одну пару взял человек, напоминаю. Но мне нравится общаться, брат. Мне нравится. Ты же пообщаться пришел. Да. Дома скучно. Да. Куча в магазин приходить, правильно? Так, я ничего не навязываю, дорогие друзья. Давай, ничего давай. Ему не навязываю. Втюхивай. Не, подожди, брата мы по-любому купим, если сейчас вот... Нашли. А можно посмотреть, пожалуй? Это просто... Тащи, тащи. Снимайте, снимайте, ребят. Ладно. У меня брат просто от радости обрыгается, я вам отвечаю. Вау! Я ему еще сегодня говорю, блин, найти бы вот Nike твоего размера. Это PSG, кстати, я не знаю, сколько он футбол любит. Блин. Коллаба с PSG. Блин, мне почему-то кажется, что он будет очень рад таксишек. Этому. Цепляй. Сколько? До 40. Вот так. Ну, я думаю, порядка 30. А вот эти сколько? Побольше, 80. 80 тысяч? Мы про деньги говорим? Да. Тогда две беру пары. Ну, блин, объективно... Как он сказал? Смотрите, блядь, объективно... 80 тысяч, мы про деньги говорим. Это хорошо. Я украл это слово. Я буду им пользоваться. Я просто объясню, почему беру сразу две, потому что у брата невероятно сложно найти обувь такого размера, поэтому если предоставляется такая возможность... Брат, спасибо. Забираем. Nike Dunk'и. Представляешь ты себе что-нибудь вот в таком, карри, достаточно классная, прикольная расцветка? Или у тебя вообще больше не осталось, типа... Я понял, что у меня не осталось вообще такого цвета. У меня в гардеробе сейчас черный,
Белый, ну с какими-то минимальными, а штаны минимальными все элементами. Или вот, есть, кстати, ну брюки есть, но они просто прямые. Они не... У меня, кстати, из огромных только вот эти. Типа остальные у меня прямые просто. Ну есть джинсы стандартные. Вот, да. Типа. Ну что, ну вот смотри, сразу, что бросается визуально в глаза? Визуально что-то может тебе что понравиться. Что мне бросается Давай. В глаза? Неплохо. Очень неплохо. Просто, ну, серые, базовые. Да. Можно всегда носить. Почему я просто так размышляю, вот именно такие, с такими цветами? Потому что их удобнее сочетать с одеждой. Ну, типа, Согласен. Ну, я за***ь нахуй собирать вот лук под вот эти шнурки. Понимаешь? Или, ну, типа, вот под что под это одеть? Это только когда если ты хочешь... штаны такие. Да, или если ты хочешь выделить именно обувь в своем луке, то, ой, это вообще всего, ненавижу такое. Ну вот люди любят такие, знаешь, которые все вот так вот, сверху вниз идет оценка, типа, человека вообще. В плане, и внизу что-то яркое, красивое, большое. Ну вот большой окей, размер или форма классно, но цвет это ну, как-то... Да, тут скорее больше яркое. Too much, okay. Типа too much. Ну смотрите, вот, например, фиолетовый... Supreme Nike тоже очень хорошие сбишки, прикольные. Под джинсики, по что-нибудь, такое вообще прям очень хорошо сидят, сам себе брал. Лев, знаешь, типа я понял, чё... я вот понял, о чем я думаю, когда вот ты мне показываешь, например, такие кроссовки да. яркие. У меня в голове, что это недорого выглядит. Это недорого выглядит, как будто. Вот понимаешь, вот типа что-то более сдержанное выглядит дороже. Брат, от 83 тысяч, ну ты не говори. Ну, не, я говорю про то, что выглядит. Так-то они стоить могут много. Но вот, например, сдержанные кроссовки как будто чуть дороже. Хотя парадоксально звучит, типа, проще. Не-не, это твой стиль, я вообще понимаю полностью логику, ни разу и не препятствую. Ну, а так мы ничего не берем, идем дальше. Нет, мы ничего не берем. Волшебно. Ебать, я промолчу, вот это называется, вот эта тема. Типа, TikTok-тренд. Когда, не, я ничего не буду говорить, но я ебать промолчу. Типа, идем дальше. Вуду. Кстати, очень прикольный Джордан, многим заходит. Видишь, тут перевернутый логотип внизу, они сделаны как такая куколка Вуду. И у нас и девочки очень любят эту модель, и парни много берут, даже те, кто к Найкам чуть равнодушен. Прикольный. Ты время, что ли, по солнцу проверял? Нет, так знаешь? Делают, когда демонстрируют а что-то же умеешь, на камеру. А ты заживал, правильно, ты же умеешь вот так время по солнцу. Да, проверять. Конечно, по мху, блядь, определить там, куда идти. Да. Смотрите, я просто объясню, вот так вот демонстрируют на Ютубе какие-то вещи. Там, например, косметику и так далее. Ну, типа, это с косметики пошло, это прикольно. Ну, вот так я знаю. Ты вот так, типа, делаешь, чтобы сравнить с рукой, мол, типа, размер. Вот, прикольно. Ну, покупать не буду. Кому-то, возможно, сестре? Есть у тебя? Нету. Яныч, надо? Нет. Ну, ладно. А тебе что-нибудь понравилось? Да вы с куфы просто балансиажные. Намонтируйте пистолет. Нет? Ничего не понравилось? Смотри, вот такое. Есть вот кроссовки, да? О, прикольно. Прикинь? Есть типа, такое? Знаешь, о, нормально. Просто в офис купил. О, себе. Смотрите. Знаешь, стопудово лям за это. Нет. За эту разработку. 19 900. 25 990. Да, ты по себестоимости пи***л сразу. Мне нравится, что она сидит. А? Петличка? Не поднимая пяточки, да? Кстати, ты знал, что пацаны не могут так сидеть, как они? Мне тяжело очень. Подснимите, как Яна сидит. Не могут так люди, мужики сидеть. Я тебе отвечаю. Меня клонит назад всегда. Да. Ну, мы какие-то такая... вообще, ну, они достаточно сильнее как будто физически. Ну да. Блин, вот это классная расцветка. Она, знаешь, типа нетипичная, да. Это не серый цвет. Такой хороший, да, приятный белый. Достаточно дороговатая. Под джинсы, брат, будет очень хорошо смотреться. Так, смотрим, сколько она стоит. Хоть какие там. Ёлка. Что, ну, сколько? 39 тысяч. Нормально. Я взял двое, ты две пары. Ты же понимаешь, тупо, смотри, мне понравилось, да. Я ничего не брал. Женщина говорит, ну бери ты уже, и я беру. Конечно. Но как меня будут воспринимать после этого? Как абсолютно самоуверенного, сильного каблука. Берем. Отлично. А, знаешь, что у меня есть кампусы Adidas? Да. Причем коричнево-розовые. Кстати, прикольная расцветка. Да. На родину домой не езжу в них. Могу получить. Поэтому я чисто по Москве. Ну ладно, неужели... Ну цвет мне нравится просто, реально. Ты же из Гомеля, да? Нет, я из Витебска. Из Витебска. Да, это то есть типа... И там есть и вообще даже не из самого Витебска, а из городского поселка. То есть это еще маленький... А как поселок называется? Руба. Руба. То есть ты рубин, получается. Неплохо. Так, я еще не шутил. Брат, расскажи мне, какие ближайшие планы в этом году у тебя на YouTube на свой вообще? То есть по форматам, что-нибудь интересное. Во-первых, про гречу. Вторая попытка
выживание, чтобы Мистербист написал. Я должен это делать. Да. Ну, просто куда это такая... Куда полетишь? Думаем, либо Австралия. А ты в ты знаешь, что ты ну, в никуда полетишь? Да, я тоже думаю, что они существуют. Да, ее нету. Ты, там студия просто кинематографическая, да, в аэропорту. И газ усыпляешь. Да, мы тоже так шутили, что это реально миф какой-то прикольный. Короче, Австралия либо есть в Японии заброшенный город. Там тоже прикольно получилось. Хиросима? Не-не-не, другой. Типа такой... Вот второй вариант прикольный. Нам в море, посреди моря стоит небольшой городок. О-о-о. Это очень круто. Вот фотография. Бля, монтажер сегодня, конечно, нормально такой работает. Такой городок в Японии. Вот. И, наверное, вот два варианта. А еще я сейчас вбухал очень много денег в самый крупный свой проект. Ладно, расскажу у себя на канале. У тебя на канале. Давай, короче, это Пол Талава. Будет шоу, где я позову, кстати, наверное, тебя тоже. Не можешь поучаствовать? Интересно. Там нужно будет прыгать, короче, с предметов на предмет и пройти до финиша, и там лава будет как настоящая. Она будет бурлить, типа, как вот, типа, светящаяся такая оранжевая жижа. И мне кажется, это будет масштабно смотреться. Типа как ниндзя, только вот адаптированная прикольно, под челлендж на ютубчике. Прикольно. На приз же будут биться? Ну да, подпишусь я на кого-нибудь там в Инстаграме, в Телеграме. Вот это мне запись прям вообще. Спасибо, брат. В Телеграме на меня подпишись, просто я, на ВКонтакте. Я не знаю, но какой-то, наверное... Давай меня ВКонтакте в Телеграме, да, просто. Я вот знаешь, что понял просто? Ну, что вот эти денежные выигрыши сейчас, ну, кому они вообще нахрен нужны? Это уже не удивляет. Если у тебя, не, конечно, не миллион долларов выигрыша, тогда ты такой, окей, что за тип? Да, да. А сейчас это вообще... Типа, главное, комфорт и движ, чтобы комфортно было двигаться, типа, весело в кадре. Я Nike Jack Mew. Нет, так ты покупать должна здесь, это не подарок, ты должна купить. А посмотри поближе, может тебе что-то понравится, ну блиндерс. Всем привет. Давай. Да я молча посмотрю. Я вот так и дам возможность. Я молча посмотрю. Давай. Всем привет. Здравствуйте, здравствуйте. Ну посмотрю ваше это предложение. Ну откажусь, скорее всего, от него. Скорее всего, откажусь. Ой, понял вас. Как мило. Ну скажи. Да. Хуй не сделаю. Ну как будто бы, ну мне не надо ничего. Все, понял. Ну, я посмотрела, видите? Спасибо, спасибо. Да. А ты готовишься к какой-то поездке, вы в какой-то шопинг едете, тур, возможно? Ты к чему готовишься? Ты еще скромная такая сегодня. Я всегда скромная. Это хорошо, это супер. Брат, повезло тебе безумно. Ты вообще суперская. Всего лишь машину хочу. О, здравствуйте. Поэтому хорошо себя ведет. А какая у тебя машина мечты? Какая любимая машина? На самом деле, я пошутила. Есть просто какая-то машина, которая нравится? Вот эта машина мечты. Это моя машина. Хорошая, хорошая шутка была. Руку не сломай только. У меня даже прав нет, чтобы ты понимал, так что мне... Балансиага дальше идет у нас, вот специально вот для вас любимых. Там дальше джинсики Рекомус у нас есть. А какие бренды? Мне нравится Орел, но я понял, что... Amazing Mihara дальше. Мне нравится Крой. Вот. Джинсики хорошие. Спасибо, спасибо. Как будто Крой не очень, рукава не нравится. Руд? В форме. Ну, да. Руды есть как бы разные очень посадки по одежде. Да. Ты как брат, Балансиагу нет? Не, вы... Спасибо, не, ну, слушай, ну эта футболочка, я уже миллион раз видел, как бы, ну... Ой, а штаны вот такие мог бы представить на себе? Смотри, они из разных штанов. Нет. Блин, слишком мне нравится такой. Слишком улично, что ли, слишком молодежно, прям сильно. Ты уже такой, да? Ну, я все-таки парень взрослый. Кусара, да? Не, ну я парень взрослый, ну типа, ну не... Как будто вот этот... 14 лет, 15. А как, блин, кстати, я бы надел. Как ты относишься вообще к новым вот этим фразочкам, типа скуф? Прикольно, это всегда было. Это всегда было и будет, это вообще не изменить. Это наоборот классно, что есть всякие штуки, которыми еще не называли. Ну типа, точнее, да. Вот я рад, что есть вещи, у которых еще нет имени. Типа, вот как скуфа называть было раньше? Взрослик? Водитель, я называл его толстый и потный водитель маршрутки. Я называл их пузаты. Типа, просто, ну это вот пузаты. Дядька еще можно. Ну дядька, это как бы уже 50. Не, ладно, дядька еще крутой мужик может быть тоже. Но скуф это прям конкретно. Это, сука, конкретно вот ключ вставили. Я не знал, что такое скуф, и мне Сабина просто на дне рождения, по-моему, супер Стаса такая в моменте говорит, Никит, ну ты скуфяра. Я такой думаю, прикольно, наверное, что-то типа. И понял, вечером прихожу и вижу в Ютубе какой-то тип записывает, типа, что такое скуф? Я открываю, смотрю, такой, думаю, блядь, Сабин. А в танки не играешь? Представляешь, было у меня в детстве. В детстве играл? Ты играл в World of Tanks? Нет. Я играл World of War Thunder. Но это, походу, вообще не просто скуф, это анк. А ты знаешь, что есть анк? Анк еще есть, да, и ант. А чем отличается скуф от анка? Анк, он просто такой дядька, то есть он не мерзкий, а скуф мерзкий. А-а-а.
Есть такое. Прикольно. Да. Я не знал про Анка ничего. Напишите в комментариях вообще, может, еще какие-то новые слова. За самое креативное новое слово, если вдруг вы у меня в комментариях создадите новый тренд, Егорик позовет вас на выживание, а я на шопинг. На целый год. Вам всего год. Лишь надо придумать слово, которое будут все обсуждать, всем русскоговорящим комьюнити на планете. Вообще несложная задача. Пишите в комментариях. Да, From Hearts. Вот эти ужасные штаны, просто они меня бесят. Особенно еще с синими, знаешь, такими штуками? Вот, не люблю. Белыми. И белыми. Вот белый-синий, это вообще надо отменить. Так, что по футболочкам? Ну, пошленько. У меня, кстати, была сегодня в голове мысль, что, возможно, ты себе джинсы Хрум-то приберешь. Я, на самом деле, стилевый. Да? Да. Спасибо. Вот я думаю, что с вот этой вот зипкой клево бы смотрелось. Но я понял, что тебе она не нравится, нет, в целом. По такой больше чуть овером надо, чтобы, типа, знаешь, а мне кажется, наоборот, прикольно. Да? Что, да, вот что прямые штаны, у тебя еще сверху. Как думаешь, сколько они стоят? Ну, подумай. Смотри, 150 тысяч. Нет? Умножь на 10. Прикинь. Ты, у тебя сейчас такие штаны, Никита? Брат, глянь. Никита. Брат, глянь на цене. Ты шо, почему? Никита. Брат, это как сумка Биркин, понимаешь? Это очень круто. Я тебе больше скажу. Послушайте, сейчас все послушайте. Я должен чуть... Потому что я не так давно стал появляться в джинсах Chrome Hearts. Надо объяснить. Это можно не просто купить. Это как реально сумка. Если очень аккуратно это носить и химчистить, то есть я там купил их, допустим, там за миллион, и там, поносив там 7-8 раз, спокойно могу за 850-900 тысяч продать дальше и буду дальше носить, потому что это реально как сумка, но чуть меньше изнашиваемая. Вот это типа идеально новые, они как бы только-только вот с парижского бутика, поэтому их фулл ценник. Но они прям... А эти, например, я взял, они были уже 9 из 10. Но я осознанно все это понимаю, это очень интересный рынок. Это прям... Никита, ты еб... Миллион... 400 за штаны. 450. Ну, у тебя будет скидка. 1 400 000. Ну, какая? О какой скидке идет речь? 20%. Неплохо, да? 20% это 1 100 000 получается где-то? 1 150 000? Да. 1 100 000, да. 1 100 000. Ну, ценник-то скидка-то весомая. Да, скидка реально весомая. Ну, блин, ты какой про рекламу, хочется, если честно, взять. Ну, ты будешь один из очень немногих, кто... Ты сам знаешь, по пальцам можно пересчитать тех, кто носит джинсы Chrome Hearts у нас. Если бы я пришел в таких штанах на какое-нибудь мероприятие, бро, мне кажется, никто бы не выкупил вообще, потому что надо шарить за них. Понимаешь? Но ты бы выкупил, если бы ты посмотрел, увидел бы типа в этих штанах, такой у-у-у. Я бы сел к тебе просто, мы бы сидели вдвоем, мы болтали бы как девчули, знаешь, такие мерные. Ну, смотри, но в защиту хочу сказать, что они правда стильно выглядят. Вот эти кресты очень стильно выглядят. Может, не, смотрите, я не знал о цене. А ты в что это настоящее серебро, вот это все, настоящее серебро. Ничего себе. Да-да-да. Самый прикол в том, что я не знал ценник и вообще не знал даже о существовании такого бренда. Я сразу сказал, что они мне понравились. То есть, не предвзято. А тут смотри с этим, с перспективой на... Это тоже что-то? Зиму. Это для Яны, только если... Нет, нет. Куртка, это куртка. Пуховик, да. Такой вот. Такой. Сколько он? 650, да? 600, блядь, зимняя куртка стоит дешевле штанов! Бро, ну... Зимняя куртка! Послушай, Биркин вот такой стоит дешевле, чем Биркин вот такой. Ну, да? Че, Яна, не нужна тебе курточка? Нет, спасибо. Что по Суприму, ты думаешь? Ты, вот смотри, ты будешь в Париже. Ты уже летом что-то туда планируешь поехать? Я тебе искренне рекомендую зайти в магазин Париж, зайти в Париже в магазин Supreme и прочувствовать на своей шкуре вообще, что такое этот бренд. Скейтерский вайб, вот это все. Вот, кстати, хотел тебя спросить. Давай. Вот я внизу заметил, что там очень много всяких каких-то рандомных вещей под брендом Supreme. А почему они вот это делают? Типа? Ну, это их киллер фича маркетинговая. То есть они ее очень круто обкатали, потому что они бренд как бы всего. То есть они показали, что они могут коллаборировать со всем чем угодно. Это началось вплоть с того... Вот, есть кирпич Supreme. Вот, да. И началось все с кирпича? Нет, даже не близко. Началось все там с огнетушителей или что-нибудь такого. Ну, как бы они очень давно это делают. Я не знаю, ну вот тут появится, наверное, первый пак аксессуаров Supreme. Есть очень старый, есть бейсбольный мяч 94-го года, есть скакалка какая-то очень древняя достаточно. Прикольно. У нас даже, да, вот поэтому. А есть скотч Supreme? Есть скотч, брат, есть водный мотоцикл Supreme. А джетский. А есть зубочистка Supreme? Да, есть. А есть этот, как его, блин? Лом Supreme есть. Удочка Supreme. Гитара Supreme есть, что еще? Что хочешь? Блин, Mortal Kombat Supreme. Приставка Supreme. Есть. Да ну, кипятильник.
Не уверен, но возможно. Мы нашли Ахиллесову. Да, ребята, чем вы занимаетесь? Может, уже будете... Да, презервативы Supreme есть. Ну, это клево. И Сен-Лоран еще есть. Даже вентилятор Supreme, охренеть. Да, кстати. Прикольно. Блин, бутылки Supreme вообще. Я это помню, стулья, когда-то, бро, я, это стулья. Когда-то я был на Мальдивах, помнишь? Там были точно такие же бутылки, только без Supreme. Да. Ну, не, ну на Мальдивах, кстати, особенно такие. Ну слушай, бутылки. Если бы ты прилетел на Мальдивы, и тебе такие бутылки Supreme стали, ты подумал, ебать, где мы? Где мы? Возите с собой. Супремляндия. Супремляндия. Это она. Доска Dior есть. Доска Dior. Скейтерская. Ну, ты вообще, а ты же скейтил, да? Ты раньше, раньше скейтил. Сильно скейтил? У меня такая есть. И, по-моему, я купил ее здесь. Нет, это возможно, у него. Возможно, у меня. Нет? Ну, ладно. Но это у меня сказать, есть. Хотите переиграть? Давай. Да, да. Где он купил ее? В Дубае, в магазине. Да, спасибо, спасибо, у меня. Ну, короче, суть в том, что... Я купил ее просто, знаешь, мне нужно было просто черное худи, по-быстренькому. Да. Я ее ношу регулярно, потому что я понял, что она клево сидит. А вот такой цвет нравится тебе? Какой у тебя машиночка цвет? О, классный цвет. Да, вот очень прикольно. Классный мне машина цвет. Очень такого цвета нравится тоже. Она также сидит, там как она... вот эта, да, по-моему? Да, 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 по посылке такая. Цепляем? Блин, хочу, вообще давай, классная, делай. Капец, брат. Цвет очень понравился. Так такой... Ну, нормально и стоит. 24 500. 24 500. Хорошо. Ну. Миллион семьсот. Не говори ничего. Не говори ничего! Да в целом все норм. Главное, чтобы нравилось. Это очень круто. Это блядь, очень круто. Это блядь, причем кархаты. Да. Это кархаты. Обычно на Левайсах делают. Это кархаты. Брат, это редко. У меня у друга машина дешевле стоит. А у меня нет машины, например. Ну да, понимаю, у тебя штаны есть. Блин, ну за... Как бы... Вот я понимаю, что если бы... Я пришел в таких штанах на день рождения Киркорову, я отвечаю, он бы, Киркоров бы посмотрел вот так. 100%, он же шарит. Ты можешь купить. Ну, блин, ну давай уже, в следующий раз. Давайте так, соберете под этим видео 1 000 000 лайков, я куплю эти штаны, я вам отвечаю. Но 1 000 000 никто не соберет, это без шансов, поэтому я так и говорю. Может, хотя бы 150 тысяч лайков? Нет, 1 000 000. Давай, 1 000 000 лайков. Ладно, ты... хорошо, давай так, сколько у тебя в среднем, средний просмотр, чтобы по-божески было? Ну, 600, вот 600? Так. Да. 500. Ты, мало ли. Ладно, если под этим видео будет 500 тысяч лайков, я отвечаю, я куплю вот эти штаны. Отлично. И сделаем информационный бум. Информационный бум. Просто всем будет 100%, я просто уеду в этих штанах. Но обязательно под эпичную музыку ты должен это будешь вставить. Да, это красиво выйдет, 100%. Я буду потом это крутить еще как интеграцию, понял? В каждом следующем ролике вставлять именно твой выход. Клево, ладно. А скидки разговор какой-то будет у нас? Подожди, подожди. Подожди, мы сейчас куда ты хочешь? Реально, скидка. Да нет, не будет брать скидки. Ну ладно. Ну какая скидка, о чем речь? У тебя хобби какие-нибудь есть? Может, ты покемонов коллекционировал, бакуганов в детстве, еще что-нибудь такое? У меня было хобби, я снимал видос на YouTube. Потом у меня появилось хобби писать музыку. Что? Паркур в моей жизни был. Да ну, а можешь через зеленую хуйню что-нибудь сделать? Если под этим видео будет 2 миллиона лайков, я делаю двойное сальто, нахуй, со второго этого туда вниз. Короче, смотрите. У меня не было таких вот, типа, чтобы я что-то собирал. Да. Не было. Да. Фишки были. Знаешь, такая хрень была. Все максимум. А, например, кинематограф. Может быть, ты большой фанат «Звездных войнов» или «Властелина колец»? Нет, кстати, нет. Я большой фанат «Гарри Поттера», как и все нормальные люди. И узник Азкабана. Ну, короче, да, фильмы я обожаю, но не собирал никогда барбриков. Но Яна... мне подарила одного большого барбрика. Какого? Я просто попросил ее, хочу на офис поставить, чтобы прикольно было. Ну, типа, как будто заряженная компания, знаешь? Да, такой же, как сверху, вот этот красно-синий-белый. Да. Классный вообще. Да. Он стилевый. А почему ты попросил свою даму сердца покупать тебе? Я не просил. Я просто шел с ней по магазину и говорю, блин, вот этот барбрик самый стилевый. Просто как-то раз сказал. Да, она подметила просто. А так как вы, как бы, ну, семья ютуберов, может быть такое, что вы идете по магазам, как бы, на шопинге, и ты картуну достаешь, где смена хода, типа, и она платит весь день? Прикольно. Это же какой-то тикток. Да. А, да? Блин.
Это и есть, да, это и есть TikTok. Дополнится ли офис, возможно, каким-то вот таким приятно лежащим замечательным ковсиком? Не, не как нравится. Мне вот эти почему-то типы вообще не нравятся. А секси-робот Сараяма, а? Слишком... А мне кажется, слишком пошленький. Скажи еще раз. Прикольно. Надо подметить и купить потом. Да. Если под этим... Ладно. Он не нужен, но он красивый. Почему у тебя иногда режим Оксимирона еще чуть-чуть включается? Типа, как там у него... Все переплетено! Похоже? Реально? Придется плашку это делать, что... Данный ресурс там что-то... Но у меня больше похоже было не на Оксимирона, а на сатира, который пародирует Оксимирона. Вот так, знаешь. Это А, он Кизару пародировал, очень круто. Бро. Респект! Часть Каролины, здесь часть моя. Здесь неинтересно, а здесь реальный хайп. Чемодан, модем, кроссовки. Никита, motherfucking Ephraim. Короче, из всех самый прикольный вот этот, но он все равно... 912 тысяч. 912 тысяч, понимаешь, все равно. Ну, и кстати, это... достаточно давно у нас стоит здесь. Это Магрит, это... Ну, просто по мотивам очень известной классной картины художника, и по какой-то причине на вторичке достаточно большую цену стоит. Атмос, кстати, в костюме такой немножко тоже классный. Пойдем, пойдем. Спасибо, спасибо. Вот спасибо. Мы пришли к Суприме. Суприме. Да, Суприме. Вот скакалка, которая хуй тысячу лет. Как насчет вот такой вот, такого айтема? Ребят, извините, я не могу это не поделиться. 108 тысяч скакалка Суприме. Ну, это просто как какой-то... входишь в магазин антиквариата иногда, и там стоит какой-нибудь самовар там за 200 тысяч. Ну, это вот примерно так в нашем мире. Его надо просто... Оно должно быть, знаешь, в магазине. Смотри, я тебе скажу так. Я больше угораю. На самом деле, я понимаю, что всему своя цена. Как мы летаем. What? Не расскажешь, ведь ты не узнаешь. И пока на версию все решают, кто из них круче. Моя сука Шанель. Моя сука Гуччи. Это Егор Крид? Короче, суть в том, что, конечно, у каждого все своя цена, и каждый вправе ставить любую цену, а ты уже думаешь, покупать или не покупать. Но это прикольная идея делать брендинг всему просто, что ты видишь. Стопудово одену и буду выглядеть как черт. Да. Ян, скажи, что стоит купить? Ну, по смеху Яны на фоне вы понимаете, что как бы мимо кассы. Но вот эти синие, возможно, классно будут смотреться. Дай-ка примерю. Это тоже Суприм, кстати, интересно. Иногда сам удивляюсь, какие у них айтемы есть. Синьки хорошие. Нормик? Да. Не понимаю солнечные очки, поэтому не могу тебе ничего сказать. Не понимаешь? Я никогда не носил, представляешь, у меня же очки, я никогда не носил солнечные очки. Пойди к зеркалу, посмотри. А, кстати, реально прикол, не задумывался. Такие никогда не носил, поэтому... А у тебя Vision Pro есть? Да. А ты снимаешь очки, когда пользуешься Vision Pro? Я линзы надеваю и Vision Pro. А что ты без линз вообще? Ну, как бы, почему ты не носишь всегда линзы? Мне нравятся очки. Ну да, это часть уже твоего образа, да, должен был в зеркало быть. Очки, очко и тапочки. Под очки. Ну, да, очки и тапочки. Очки, очки, очко и тапочки, кстати, есть такое выражение? Смотри, а это брюки здесь. Такое. Too much. Да, на муху чуть похож. Не хочется сыграть? Одну закинем. Давай. Одну, чисто интересно, а вдруг? Вот тут ты и прокололся. Потому что я лучший игрок в этом. С одной монеты. Не глядя. Маш, ты уже совсем... Так, как тут пользоваться? Сначала влево-вправо, а все, потом да. Зажимаешь, как только отпустишь, она выстрелит. Влево. А, сразу выстрелит? Да, зажимаешь, как только отпускаешь, все, она выстрелит. Все, все, я тупой. С одной монеты, еще раз. Это. Смотрите, с одной монеты. Так, мне нравятся эночки. Давай. В честь меня. Тихо. Вот так делаем по-человечески. Бро. Это было близко? Это было реально близко. Мотор. Если честно, я не заметил, что она врезалась. Мне казалось, она ровненько зашла, прям пи***ц. Окей, ладно. Еще раз. Тупой. Мне нравится. Теряй жетоны, теряй попытки. Бля! Ладно, иногда не получается даже у профессионала. Он бился за тебя. Я хотел тебе яночки реально вытащить. Он бился за вашу любовь. Спасибо. Ну. Когда дети вообще у вас, люди дорогие? Что, как тут попало? Скоро. Скоро. Чё? Пишите в комментариях под каждым роликом Егора, где дети, и он ответит вам. Ну вот вопрос, у тебя не просыпается вот это типа... Они очень милые. Да. Просто... Ну мне, для меня просто маленький кроссовок. Ну ты же помнишь, это есть? Мы умерили кроссовки, как бы якобы подарили. Ну да. А мы не тут покупали? Мы тут покупали.
Куда вы, блядь, ходите? Второй раз нормально дойти не можем. Вот эти мне очень нравятся, детские, прикольные. Бомба. Да. Еще вот прикольные... Там манеры, смотри, какие Трэвисы, брат, смотри. Вот черные классные, да, да. Классные, классные. Но пока, видишь, некому покупать. Да. Типа... А когда ты бы был родителем, как ты думаешь, который одевает... Ребенка в модные, да, да, модную одежду? Блин, ну, наверное... Какие? Наверное, Full Яна Full точно. Balenci Kids. Есть же Balenci Kids? Да, есть. Да, конечно. Но Яна бы точно была из тех мам, которые модно одевают ребенка. Я еще, может, так, типа... Я еще так грустно киваю. Да, да, да. Мне кажется, да. Мне кажется, это просто все убьет. Я уже по ребенку маленькую такая. И накинется, как в Sims. Главное, не есть. Переодевать. Это да. Ну, короче, да, пока не актуально, но скоро мы к этой полочке вернемся. А если они реально наберут 500 тысяч человек? Ну, а это будет круто, если они наберут 500 тысяч. У тебя был видос, где хоть раз 500 тысяч было? Сколько максимум лайков было? 128. Супер. Сделаем. Ради этого рекорда я реально куплю штаны. А как сделать 500 тысяч лайков? Ну вот такие, только таким образом. Я понимаю, что я дам огромные деньги, но это как прикол такой, типа. Да. Да. Но видишь, я четко знаю, что не наберут 500 тысяч. Именно поэтому я говорю. Потому что, ну, это же безумие будет полное. Интернет сойдет с ума, если будет 500 тысяч. Да. И Никита. Да. И твои 1 700 000. Тоже почувствовать себя. Ну, со скидосиком небольшим. Согласен. Согласен. Там уже разберемся. Ну что, да. Сколько с меня? Подожди, ты должен угадать. И я должен угадать. Цену, да, до скидки. И можно получить еще маленький дополнительный процентик скидки. Неплохо. Короче, окей. Nike, по-моему, 80, 80, 50. Итого у нас получается 130. Vans получается у нас... Получается, вообще фигню, 17 тысяч, получается 145. На калькуляторе, брат, напиши. Не-не-не, я лучше так, давай, с ошибкой. 45 и эти... Короче, 150 тысяч, 156. Учитывая, да, что вот это 80, а вот это 40, и это уже 120. А, я худи забыл посчитать. Ебаный баклажан. Вот и эти, я посчитал Nike и Vans'ы. Они, по-моему, 17 тысяч стоили, Vans'ы. А вот эти две пары, бро, брат. Эти я посчитал сразу. Это 120. И вот это у меня было, у меня получилось, ну да, 120. Ну я, видишь, математика. Математика. Я математика с подвохом сейчас. Ну, короче, разбери на феномене, феномен. Разберу. Но это была шутка. Я тебе просто сейчас объясню, это была шутка, типа... Прибаутка. Да, не все поймут. Короче, 220 тысяч. 220 тысяч получается. Отлично. Итак, сколько денег? Так, без скидки у нас 232 тысячи. Чел, я попал почти. Ты ближе был. Это ты было ближе, близко. Ты ближе был, да. Нормально. Да, ты ближе. Сколько у тебя 27% скидка, брат, сегодня. 25% они идут базовые, 2% надбавка за угадывание. 27% это же почти 30%? Да. Это солидно. Сколько у нас со скидкой 27%? Скидки 169 856. Кидаем. Кстати, кошелек McQueen. Купил 20 лет назад. Это знаешь, как вот этот, когда на улице останавливают Солук кошелек. Да. Так, Маккуин, футболка, хуй пойми, если честно, не знаю, рандом. 5 тысяч. Штаны Balenciaga. 500 тысяч. Короче, 100, ой, 10, ой. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Давно такого дерьма у тебя не было, да, на магазине? 110. Ты чем дерьмо? 120. Скатый фор наличка, брат. Это как, ну, типа, прикол такого. Не было давно такого прикола. Это меня сбил. Такого шесть. 130? Нет, 90, по-моему. О, дайте машинку, реально. Закидывай всю эту речь. Не, там я могу примерно. На визуалке? Двигаться. Неплохо. А у меня, у нас продавцы уже по весу деньги определяют. Вот это математика с подвоха сейчас. Не забудь там, чтобы купюры 3 заживало незаметно. Сколько? На сколько? На 30, на 20. На 30, на 20. Ну ладно, доверимся. Так кто стучит? Супер! Я счастливый обладатель всех этих вещей. Спасибо большое. Найки, блин, взял спасибо, нормально. Спасибо и за наличные, спасибо. И за приход, спасибо. Ты вообще красава. Спасибо лучше. Большое. Ну слушай, да. Это, по-моему, было весело. Мы еще закрывашку сейчас будем снимать, да. Tell him don't play with me, bitch, I got gang with me. Niggas wanna trade with me. I've been up late viewing tape for the sake of it. Heart do the race on stage. I got here to the damn great legs. Let me slide in the...
Ну, смотри на меня такими глазами. Как будто я... Брат! Не-не-не, все нормально. Спасибо большое, что пришел. Спасибо тебе, что у тебя есть такие классные вещи. Я рад, но буду надеяться, что будет больше вещей, которые тебе будут нравиться. Чек твой, хотел сказать важную вещь, потому что сильно работали, это для нас целое достояние. Теперь в каждом чеке на подсъемах вы увидите, у нас написан номер оригинальности и 100% гарантия. Класс. Того, что товар оригинальный, подлинный, и ты всегда можешь проверить это, прийти. И это для нас реально большое очень событие, что мы наконец сможем в официальном документе в чеке печатать данный факт. Это прям... Потому что, ну, нельзя просто так там все что угодно. Круто. Но я на самом деле хочу выразить тебе респект за то, что ты, типа, двигаешься наверх, не останавливаешься. Двигаемся, и, ну, типа, по факту исправляешь ошибки, которые вот, типа, да, визуально видны. Вот, клево, красава. Ну, брат. Спасибо большое. Ты такой пакет забираешь. Ну все, давай, брат. Так договаривались, я тебе 50 тысяч. Все, давай, ладно, я реально купил. Ты молодец большой. И я буду рад у тебя оказаться тоже на канале. Обязательно. Да, мы сделаем. Мы сделаем. Что именно, узнаете в моем телеграм-канале. Да. Все, спасибо, Никитас, огромное. Ребята, надеюсь, вы меня не будете дудочить в комментарии, если я там за что-то не шарю. Вот, и напоминаю, я куплю эти штаны, если будет 500 тысяч лайков, я это сделаю. И подписка, лайк, комментарий, пожалуйста, пишите, кого бы вы еще хотели видеть в нашем формате. Растем, развиваемся, стараемся, и будут самые крутые гости у нас вообще. Все, ребят, пока, всем хорошего дня, вечера. Let's go. Че, Янич, погнали? Почему? А вы что, вы так бы... с петличкой уходим, да? Да.